By being gay and reckless. Гэта Belsat Music Live. Толькі у нас штотыдня можна пачуць вартых увагі маладых выканаўцаў і ўжо знаных артыстаў. Сёння ў нашай студыі новая зорка беларускай оперы Маргарита Лявчук. Маргарита Лявчук, Беларусь. Спявачка са знешнасцю мадэлькі. Так у беларускай оперы сябе яшчэ ніхто не падаваў. Маргарита з ахвотаю бярэ ўдзел у фотасесіях, а ў сваіх аккаунтах у соцсетках руйнуе стэрэатыпы пра гэты музычны жанр. Яна два гады саліруе ў Менскай оперы і мае поспехі за мяжой. З галоўных дасягненняў апошні год выхад у фінал расійскага тэлешоу «Великая опера». Золото на берлинском международном конкурсе. Спевачку сёлета запросили выступить у Стамбульской оперы. Высоко оценили на конкурсах у Италии, Литве и Эстонии. Маргарита Лявчук любит приемно здивлять. Будут сюрпризы и сегодня. Адмыслово для глядачоў Belsat Music Live. Привитание, Маргарита. Рада я бачить тебя в нашей студии сегодня. Привитание, мира. Как ты себя чувствуешь? Вельми цудоўна, дякую. Мне тут у вас вельми подобается. Я б тут и засталась. Это приемно. Як ты сама вызначаешь? Ты теперь на старте, на пику своей карьеры, ти нават еще не почала ее. Уже все началось, все так закрутилось, что я даже иногда забываю, какой сегодня день недели, и когда я пою, и что, и где, и как. А какие спадеи у твоем житті были самыми такими узрушальными, которые вас переменили моцно? Конечно, на меня уплывало то, что я пришла працаваць у музычный дом классика. Когда я навучалась у Академии музыки на курсе третьем, мабуть, я пришла туда и еще не ведала, чему я, насамрэч, вучуся, чему, хочу спевать. А что с этим делать, не ведаю. Вось музычный дом классика на меня поуплывал. И дякую великий Александру Чаховскому, что смог из меня сделать такую артистку. Как соправдный продюсер. Так, конечно. И были какие-нибудь еще подеи? Великий театр оперы и балета. Когда я туда пошла працевать, спочатку стажером, а потом уже у солисты меня перевели. Я стала выезжать за мяжу, стала працаваць с разными режиссерами, дирижерами, и я начала удзельнічаць у конкурсах. Маргарита, протягнем нашу размову про песню, расскажи, что зараз будет. Ария Касі з оперы «Чужой багатце» никому не служить. Яна Давида Голланда. Маргарита, побачила у твоєму інстаграмі відео, як ти співаєш на пляжі. Ти наогул часто практикуєш співи у публічних місцях? В публічних місцях, звісно ж, я пою. Не призначенных для этого, не в театрах. Нет, ну, на пляже, ты знаешь, это был такой кайф на самом деле. Я пришла на пляж, была плохая погода, никого не было. А я готовлю новую партию. Я села и на весь пляж орала свою оперу. Я так всегда говорю, ору свою оперу. Какие еще были места, в яких тебе так довелось поспевать? С цікавых. Вот, например, когда у нас была классика у ратуши, мы выступили с прекрасной застольной из оперы «Травиата» Верди у нас в торговом центре. Бачила твою фотосессию в часописе «Большой». Вельми пригожая. Мне приятно, что ты бачила, Мира. Ти легко ты погодилась на вот эту эротичную фотосессию? Это зрело у меня уже давно. Еще когда мне было лет 18, может быть. Мне так хотелось вот запечатлеть свое тело, да, 18-летней девушки, вот, ну, тогда еще. Ну вот мне это посчастливилось сделать в 28. И я безумно рада, и ты знаешь, это, наверное, не последняя моя фотосессия. Интрига. Я так думаю, да, потому что мне понравилось. Как ты тримаешь себя в такой выдатной форме? Ты робишь нечто для этого? Мир. Особливое. Секрет заключается в том, что нет никакого секрета. Я же ем все. Я же не занимаюсь вообще ничем, вот, кроме пения. Ты знаешь, как сложно петь. Ты иногда так напоешься, что ну, просто уже даже нет никаких сил там идти и что-то делать. Можешь приседать, там, попу качать или еще что-то. А тебе есть нечто, что ты себе забороняешь, восьминовиток спевашцы, да? Что тебе нельга ни у яким выпадку? Ну вот, например, для меня сейчас открою тебе секрет. Если я пою, вот, например, сегодня, да, то уже утром, когда я проснулась, секса у меня не будет. Потому что я все свои силы отдам не туда, куда нужно, понимаешь? Поэтому вот это мое такое правило. Еще интересное правило. То, что, например, я не ем перед пением. Я заметила, что майонез. Мне не идет майонез. Представляешь, вот все будут смеяться, но я не могу есть майонез вот перед пением, там, салат с майонезом или еще что-нибудь. Не могу. Я так разумею, мы переходим до неакадемичной частки нашей творческой. Расскажи, что зараз будет отбываться на нашей пляцовце. Сейчас я буду петь песню своей мамы. Называется «Над Бугам». Слова и музыка Елены Лявчук. Эта песня мама моя написала тогда, когда не стало ее бабушки. Что ж, запрошаем тебе и послушаем. Ось і два годи минули, як нема моєї бабулі, узнеслася у небеси, я і добрая душа, як на небі сяють зорки, я сумую об дочорках, об бабулиних вечорках, об місцинах, де росла. Як на небі сяють зорки, я сумую об вечорках, об бабулиних вечорках, об місцинах, де росла. Люди сходилися в хату, не на чарку ці гарбату, а приходили так просто, об житті поговорить, хто б щасті, хто б гори. А бабуля Белогору, где колись жила с семьёю, не могла нияк забыть. А над Бугом все буслы летают кругом, скажут люди на веселье, позбирались яны, а над Бугом солнце светит ясным кругом, и не день има на свете сердцу лепшей стороны. А над Бугом солнце светит ясным кругом, и не день има на свете сердцу лепшей стороны. Белогора, Белогора, не за синим, не за мором, полосою пограничной отделилась она. Наймгненнем там з'явиться, табе низко поклониться, моя малая родима, моих предков сторона. Там весною рано вишни расцветает вельми пышно, а у восемь спелых яблок на траве не позбирать. Из-за Буга звон костёла прогучить, як хор анёлов, и стоит над Белогорой ниби Божья благодать. Люди на веселье поспирались яны, а над Бугом солнце светит ясным кругом, и не день има на свете сердцу лепшей стороны. А над Бугом солнце светит ясным кругом, и не день има на свете сердцу лепшей стороны. Не день мало сердцу лепшей стороны. Не день мало сердцу лепшей стороны. Як на тебе отбилось то, что ты народилась, ну, у невеликим поселку, как я разумею? Очень люблю свою родину, свою малую родину, свою деревню Страдичи. Ты знаешь, мне даже много людей, Страчуков, как мы их называем, пишут: Маргарита, спасибо тебе большое, что ты прославляешь наши Страдичи и что ты не стесняешься говорить, что ты из деревни. Як зараз твои родные, близкие, увогуле жыхары твоей вёски ставятся до оперы, до тебе, вот до того, что ты зараз вядомая оперная спевачка? Ты знаешь, я тебе сейчас скажу вот одну историю. Моя тетя звонит моей маме и говорит: Леночка, я ж вот так плачу. Я вот иду по городу, висят Маргошки на афише, а я ж так иду и плачу. И хочется всем кричать, что это наша, Левчук, вот наша фамилия. И она прославляет нас, и наши Страдичи. Вот. И я тоже всегда плачу, когда вот начинаются вот эти истории. Я горжусь тем, что они гордятся мной, что они меня любят и ходят на мои концерты. Всегда это очень приятно и очень трогательно. Я все время реву. У нас есть одно пытанне, якое мы любим задавать нашим гостям у студии. Хочете, ну так, калі б ты стала министром культуры, что б ты зрабіла найперш, Маргарита? Ты знаешь, я бы, наверное, добилась того, чтобы у нас в Беларуси был мирового уровня зал концертный. Вот я мечтаю об этом. Мы тут собрали головные стереотипы, какие оперы дотычатся, и пропонуем тебе их зруйновать. Так, давай. Ці, може бути, наадварот. Поглядзім. Першы стэрэатып ты сама по сабе опровергаешь, однако есть меркаванне, что все оперные спеваки полные. Все, но не я. То бок, все ж гэта збольшага праўда. Ну, ты знаешь, да. Но сейчас все режиссеры, дирижеры хотят видеть молоденьких, красивеньких, стройных, и поэтому сейчас все стараются соответствовать этому критерию. Но есть, конечно же, оперные дивы, которых уже все любят, и ну, без них никуда. Так, наступный наш стереотип. На оперу вельми дорогие квитки. За рубежом, да. У нас можно купить в Беларуси дешевый билет в первый ряд. Угу. Ну, вообще, да. Если это Метрополитен Опера, Ла Скала, да, даже какой-нибудь крутой известный театр, то там дорогие билеты, конечно. Угу. Да. Опера сумная, статичная и затягнутая идея. Если это бесталанный режиссер и неинтересный каст, то это да. Немагчыма разобрать, что пяют. У нас, я ведаю, есть титры в оперном театре. Так, ці переклад, крытей родок, який просто перекладает. Ну, везде он есть, да, конечно. Ну, в основном, да. Я сама иногда не понимаю. С дикцией, конечно, да, мы страдаем. Иногда не понимаю, на каком языке вообще поют. Ну, я стараюсь свою дикцию, например, улучшать. Можно иногда спеть даже ла-ла-ла, и никто даже ничего не поймет. Немагчыма подпеть спеваку, як на рок-концерте. Нет, ты знаешь, я здесь не соглашусь. Вот я сейчас была в Италии недавно, пошла в театр, и там шла известная опера итальянская, и итальянцы сидели и подпевали. Вот если бы у нас так было. Может быть, и будет коли-небудь. У оперу пускаются только у смокингах и вечеровых строях. Что ты на это скажешь? Ну нет, сейчас свободное посещение оперы. В чем хочешь, в том и приходи. Нет, ну если, естественно, ты приходишь в Венскую оперу, и у тебя партер, первый ряд, ну, естественно, ты не пойдешь в джинсах, да? Ты оденешь платье, шубку какую-нибудь. Но если там у тебя какой-нибудь там 10-й ряд, билетаж, можешь прийти в джинсиках, и тебя никто не выгонит. И не выгонит. Даже в кроссовках можно прийти. Угу. Я так приходила. У Венскую оперу менавіта? У Венскую оперу. Ну вось, будем ведать. Оперные спеваки, гонорыстые особы. Ты знаешь, это нас так воспитывают. Угу. На самом деле, я закончила Брестский музыкальный колледж как хоровик-дирижер, и потом поступила в Минск учиться на солиста-вокалиста. И когда я пришла на первое занятие по сцен-движению у нас в Академии музыки, нас сразу вот так вот и начали учить, что помните, что вы вокалисты, вы должны себе нести. Вас должно быть видно вот просто за 3 километра, что вот идет оперная дива. Поэтому да, нас так учат. Да, я прима, да, я дива, да. И это сапраўды так, Маргарита. Это работает, понимаешь? Скажи, а что, в принципе, слушаешь сама ты? Знаешь, мне говорят, может, ты только оперу слушаешь? Нет! Я нормальный, адекватный человек. Я слушаю все, что сейчас модно. Ну, естественно, все, что было модно раньше. Если мы уже заговорили о том, что я слушаю, скажу честно, что обожаю творчество Макса Коржа. Это мой вообще, понимаешь, соотечественник. И он делает такую крутую музыку, которую слушают просто стадионами, понимаешь? Mm-hmm. Он одногодка мой. Мне интересно, что он делает, там, как он развивается. И можно сказать, что я расту вместе с ним, с его песнями, потому что на самом деле у него крутые песни, крутой текст, такой мотивирующий, там, не падать духом, давай, ты сможешь. То есть мне нужны вот такие вот, знаешь, толчки от людей. А можешь вот для нас зараз выконать какую-нибудь из своих улюбленных песен Коржа? Конечно, с радостью. Песня называется «В темноте». Мой любимый трек. Давай. Мы с тобой два белых облака, и для чего мы рождены? Лететь куда ни попадя, или идти путем иным? Заполнять вагоны под землей или покинуть города. Теперь, конечно, будут говорить, выхода нет, но выход есть всегда в темноте. Летай, летай со мной в темноте. Летай, летай со мной в темноте. Летай, летай со мной, выходишь, там, где солнце виднеет еле, где деньги, там и зло, где успех, там и зависть. Не слушай никого, лишь твое сердце, оно все знает. Оберегай свою мечту, навещай ее во снах. Тебе, конечно, будут говорить, как надо жить, но можно жить не так. В темноте летай, летай со мной. В темноте летай, летай со мной. В темноте летай, летай со мной. Выход ищи, там, где солнце виднеет еле. Солнце виднеет еле. Ты просяхваешь нас здзіўляць. Вельмі нечакана было паслухаць такое выкананне Каржа ад опернай дзівы. Дзякуй табе. Дякую тебе. Маргарита, скажи, ты маешь ты уже некий план по скорейнису свету? План, конечно же, у меня есть. Это высшая такая точка моя, это Метрополитен Опер. Хочу там петь. Ты есть некая ария, якую тебе бы хотелось проспевать больше совсем? Очень хочу взяться за Люцию де ла Мирмур, де Ницетти. Это очень сложная партия для сопрано. Я хочу ее спеть. Я очень дико ее боюсь, но ничего страшного нет. Я возьмусь за нее. Что ж, мы зычым тебе только плёну и поспеху у гэтым накірунку так само. Дякуем за шиковную, шчырую размову. Дякую тебе. Ведаю, что зараз ты аккурат даешь такие гастрольны тур у цябе па гарадах Беларусі. Вось няхай у кожным горадзе цябе сустрэнуць поўнымі залямі і палюбяць оперу. Дзякуй, дзякуй табе. А нашым гледачам я нагадаю, што глядзець праграму Belsat Music Live можна што суботу на тэлеканале Belsat, а таксама на YouTube-канале Belsat Музыка. Падпісвайцеся на нас і далучайцеся да нашых соцсетак. А на развітанне прапануем вам паслухаць вядомую іспанскую кампазіцыю «Historia de un Amor», якая ўпершыню прагучыць у нашай праграме на беларускай мове у выкананні Маргарыты Ляўчук. Адмысловы пераклад зрабіў Олесь Камоцке. За сном свет подается мне пустым, и душа шукает место, и нема куды подеться от тебя и от тебя. Без тебя мое житё губляет дни, мару вечно я тебе кахать и снить. Только сердце мое греет целый час одна надея, быть с тобой одно житё. Бачу в очи и у в очах нараджается свет неведомых новых зон. пережить. Без тебе мое житё губляют дни, Мару вечно я тебе кахать и снить. Только сердце мое греет, целый час одна надея, иметь с тобой одно житё. Historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión.